Радио «Романтика». Доброе утро, дорогие друзья, знатоки и любители этикета. Итак, мы продолжаем с вами общаться на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И мы с вами уже и встретились, и подарили друг другу подарки, и где-то побывали. Приятное имеет свойство заканчиваться, и рано или поздно наступает момент, когда люди, которые встретились, должны каждый отправиться, каждый к себе домой. Но это касается не всех. Эта дама отправляется к себе домой, а мужчина обязан проводить ее. Если они, конечно, приехали каждый на своем автомобиле, то это может, собственно, мужчина провожает даму до дверей ее автомобиля, помогает ей сесть, собственно, и прощается. Если такой ситуации не возникло, и мужчина по праву большого и сильного, не потому что хочет и не хочет, или еще что-нибудь, просто по праву большого и сильного он должен это сделать. Иногда, ну что греха таить, мужчины говорят: «Ой, это надо куда-то ехать, там бог знает куда». Все, на этом вся история заканчивается. Потому что такое провожание дамы или девушки? Когда мужчина говорит, он может 100 раз вам говорить, как он вас любит, обожает, уважает и ценит, но давай-ка ты, душенька, сама добирайся, отбивайся от злых людей там, да, и так далее. Значит, все, это были только слова. Он может ничего этого не говорить, как он любит, ценит даму, а просто взять и сделать это, потому что ему важно, чтобы его драгоценность, его драгоценное общение, его сокровище души было доставлено в целости и сохранности до своего дома. Это поступок. И здесь я позволю себе заметить, господа кавалеры, нравится, не нравится, но нужно делать это с видимым удовольствием. И еще, когда мужчина провожает женщину, он тем самым показывает, что лишнее время, проведенное в ее обществе, для него также бесценно. И дама, позволяя себя провожать, также показывает, что она не против и очень даже рада, что ее не только защитят, но и еще какое-то время у них есть возможность провести вместе. Поэтому, друзья мои, это священная обязанность, а при хорошем и грамотном общении это огромное удовольствие для обеих сторон, когда кавалер провожает даму до дома. Успехов! Слушай, слушай, чувствуй, чувствуй, мечтай, мечтай. Радио «Романтика».